Всем привет! Nissan Qashqai, такой классический белый цвет, линзованный свет, туманки, датчики парковки. Ну и тут у нас, обратите внимание, написано выгода до 120 тысяч рублей. Значит, из чего складывается? Трейд-ин 90 тысяч, скидка и лояльно клиентам, плюс еще 30 тысяч. И в итоге получается вот максимальная выгода 120 тысяч рублей. Как обычно, давайте почитаем и продолжим. У нас, видите, хромированная такая большая вставка. Nissan. Читаем. Nissan Qashqai новый. Комплектация SE+, двигатель двухлитровый бензиновый, салон тканевый. Коробка передач шестиступенчатая механика, привод передний. Оснащение пакет теплой опции, 17-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, передние и задние датчики парковки, датчики дождя света, камера заднего вида с цветным дисплеем, многофункциональная мультисистема Nissan Connect 2.0 с AM/FM, CD, MP3 проигрывателем и навигационной системой, система мониторинга давления в шинах. Цена машины 1 миллион 616 тысяч рублей. Ну, про цены мы потом еще с вами поговорим, когда уже в салон пересядем. Зачетно смотрится все это дело. Резина у нас Pirelli. Вот такие диски. 215-60R17. И пластиковая защита. Повторители поворотов у нас в виде зеркалах. И хромированная окантовка стекол по кругу. Такой классический вид кроссовера. Антенна. Один из топовых лидеров продаж. У нас тут, видите, снизу пластиковая защита на дверях. И тут спереди и сзади у нас есть брызговички. Давайте посмотрим. Да, обратите внимание. Видите, как у нас дверь закрывает порог. И, собственно, ваши брюки и там что-то, одежда ваша, будут всегда чистой. Отлично. Что мы сзади имеем? Ворсовые подкрылки. Чудесно. Ну, спойлер, понятно, там фонарь у нас. Достаточно такие красивые фонари. Задние датчики парковки. Кнопка открытия багажника, она слегка прорезиненная, камера заднего вида и подсветка номера. Обратите внимание, как высоко крышка поднимается. Хорошо. Здесь у нас все отделано пластиком. Видите, все облагорожено. Металла практически голого нет. Ручка. Ну, полочка здесь твердая, как в тигуанах. Естественно, что при желании ее можно убрать. Ну, вот так. Достаточно большой багажник. У нас, видите, крючок есть. Еще один крючок. Подсветка, лямка, видите, она так растягивается, там тоже ниша, ниша, крючки для сеток, я так понимаю. Ну и то, что она предлагает, давайте смотреть. Органайзер, такой полик, ну как бы шумка, он не толстый, но такой, он гнется, не ломается. Домкрат и запаска. Континенталь 145-90R16. Тут еще можно много чего положить. Ну, в принципе, такой достаточно большой багажник. Закрываем. Хорошо.
хорошо так закрылся. Ну, единственное, что опять же вот эта вот рамка бренчит, а так четко все раз закрылось. Офигенно все по уму. Ну, понял, эта машина стоит 1 616 000, по-моему, тысяч. Давайте в салон пройдем. Широкий проем, хорошо. У нас здесь, видите, уплотнитель по всему периметру двери. Снизу еще один уплотнитель. И, как я уже говорил, видите, у нас здесь закрывает порог дверь. Просто вот супер, я считаю. Мягкий подлокотник, отлично. Здесь... Да, тут тоже приятно, удивлен. Мягкий верх, хорошо. Электрорегулировки зеркал. Еще есть складывание. Все электростеклоподъемники, блокировка дверей, стекол, ручка. Ну, в принципе, вот этот, да, вот узел он такой же, как и в X-Trail'е. Здесь такая однишка и... Пусть небольшая бутылочка, да, но какая-то все равно влезет. 0,5, наверное, не влезет, 0,33. Динамик. Здесь на порожке у нас, видите, ничего нету, просто порожек и все. Сиденье регулируем по высоте. Угол наклона спинки. У нас тканевый салон. Открытие лючка бензобака. Открытие капота. Отключение датчика парковки. Тут, видите, куча заглушек, подарок руля, отключение ESP. И здесь у нас угол наклона фар. Давайте присядем. Давно я в Кашкае не сидел. Ну, в принципе, да, приятная панель. Даже очень приятно, прямо скажем. Воздуховоды. Четкость тоже все работает, отлично. Руль у нас в коже. Упоры для больших пальцев, громкость, папки треки, подтверждение, Nissan, круиз-контроль, голосовое управление и так далее. Работа с компьютером, проверим, да, по вылету и по высоте, большие регулировки, отлично. Здесь у нас, видите, низ скошен. Ну и вот такой у нас дисплей, радио, CD, AUX, камера. Карты, навигация, информация, настройки, возврат и так далее. Все это всем знакомо и понятно. Экранчик, ну, достаточно такой большой. Здесь можно диск вставить, SD-карту. Двухзонный климат-контроль, скорость работы вентилятора, кондиционер, рециркуляция. Снизу у нас, видите, разъем USB и AUX. И тут у нас получается... Розетка, электронный ручник, ну и вот такая у нас шестиступенчатая механика. Здесь такое небольшое обрамление, вот такой матовый пластик. Тут что, два подстаканника, они глубокие, но фиксаторов нету. Вот единственное, что такая вот ниша, заглушка. И тут у нас подогрев сидений. Тут бокс-подлокотник, он кожаный, не сдвижной. Здесь обратите внимание, поясничный подпор у водителя и у пассажира тоже есть. Да, открываем. Практически как в X-Trail'е, тоже такой глубокий борт, этот бокс-подлокотник, розетка, вся какая-то ниша. Ну, собственно, единственное, что здесь нету, ну, как бы, такой прокладушки какой-нибудь тряпочной, чтобы как-то вот не бренчало, что надо будет саму из чего-то вырезать и колхозить. А так, большой подлокотник, здесь можно, видите, вот ручки расположить, что-то такое. Сразу давайте по сиденьям. Боковые упоры классные, тут тоже все четко, ремни по высоте, естественно, регулируются. Здесь микролифт, зеркало со шторкой, подсветки нет, такая подсветка, ГЛОНАСС, такая кнопка большая. Тут так все здесь расположено. Очечника нет. Ну и давайте посмотрим бардачок.
Ну, достаточно вместительный, согласитесь, такой приличный бардачок. Тут отделка кожей, все тоже отделано мягким. И тут вот отсюда уже вниз пошло все твердое. Здесь тоже все мягким отделано. Отлично. Видите, как все мягенько включается. Раз. Красота. Без усилий, без ничего. Все супер. Такой вот замок зажигания. Немного такой незрачный. Да, ну, в принципе, туда особо мы и не смотрим. Если смотрим, то очень-очень редко. Ну что, сиденье у нас отодвинуто максимально назад. Я вот как бы, да, до педали газа вот практически не могу ее до конца продавить. То есть, я так понимаю, что взрослым водителям здесь будет удобно сидеть. Здесь все четко читается. Что, давайте назад переместимся. Всегда интересно, что там на заднем ряду. Наверное, чуть подальше. Вот. Сам как бы я невысокий, но люблю сидеть, чтобы прям вот было удобно. То есть, как обычно, да, мы должны сели в кресло, вот, и все, кресло вас держит, а руки у вас как бы свободны, чтобы вот вы могли рулить активно, причем, да, и вот, и так далее. То есть, у многих начинающих водителей это вот как бы вечная такая у них, ну, не проблема, да, вот они начинают, то есть, они сидят как-то вот, у них это вертикальные посадки, и они практически держатся за руль. То есть им нужно управлять, они за него еще держатся, когда едут. Ну вот это, соответственно, им мешает как бы сосредоточиться на езде и так далее. Выходим. Такая дверная карта, да? Достаточно симпатичная. Опять же, вот это вот место как бы может не очень, но когда мы закрываем, сейчас потом задний ряд посмотрим, когда закрываем, и все становится как бы на свои места, гармонично, отлично. Вот, даже стихи получились. Смотрим, что здесь. Ну, тоже, в принципе, широкий проем. Неплохо. Тут уже пластик твердый, но приятный такой ощупь. Но подлокотник все равно у нас кожаный, практически от начала и до конца. Отлично. Электростеклоподъемник. Тут у нас, видите, пистончик стоит. Ручка, она же как ниша. Тут тоже ниша, динамик есть. И тут, видите, у нас по всему периметру идет уплотнитель. Здесь вообще широкий, классно. Ни шума, ни пыли. И тоже еще снизу у нас тоже, вон, видите, уплотнитель. Давайте присядем. Салон открылся где-то с месяц назад у нас, Nissan. Народу все больше и больше в салон приходит. То есть, как бы, люди любят у нас Nissan. Смотрите, какой, да, огромный. Вот класс, молодцы. Не как кареты шьют, вот отсюда до сюда карманы. Вот, практически целый мешок. Красота, что хочешь, что положишь. Причем здесь два кармашка. Здесь, правда, вот нам только предлагают простенькие вот эти воздуховоды. И все. Но, тем не менее, здесь у нас тоннельчик, наверное, сантиметров 8. Вот так. Ну и тоже, вот, к сожалению, видите, у нас здесь вот эти салазки не прикрыты. Хотя бы какую-то такую пробочку раз, пластику сюда, чтобы была защита от снега, там, не знаю, от грязи и так далее. Сиденье расположено высоко, смотрите как, то есть здесь в зимней обуви очень даже будет удобно сидеть. Ну и давайте посмотрим. Сиденье я отрегулирую под себя, раз, ну почти полторы ладошки, правда уже вот за счет того, что здесь прогибается. Здесь у нас, видите, ручка, вешалка, вот вешалка хорошая, она как бы далеко от самой площадки, где вот, и тут, то есть, с любыми пальцами можно будет легко повесить, ну, вешаемое, да, вот так скажу. Вот, там тоже вешалка присутствует, такой свет простенький. Ну, в любом случае он есть и расположено, видите, как раз над задним сиденьем. Ну и давайте уже сразу по сиденьям. Три подголовника. Здесь у нас есть бокс, подлокотник, вот так вот, да, два подстаканника. Давайте попробуем
Да, хорошая высота, сидишь, спина ровная, отлично, позвоночник ровный. По ширине сидушки, ну, да нет, нормально, достаточно. Тут вот, правда, уже запасиков нету, но что есть, то есть. Давайте посмотрим еще раз. Достаточно приятный салон, мягкий верх. Руль в коже, мультируль, по высоте, по вылету регулируется, все электростеклоподъемники, складывание зеркал, круиз-контроль, климат-контроль, электронный ручник, подогрев сидений, кожаный бокс-подлокотник, но только что механика шеститубка. Вот. А так, поясничный подпор у водителя и пассажира. Ну и давайте посмотрим, как складываются сиденья. Смотрите, раз. Давайте сразу еще раз откроем тогда, чтобы было видно хорошо. Вот отсюда покажу. Видите, да? Практически ровный пол. Красота. Единственное, что здесь, допустим, сиденье не регулируется, то есть сдвинуть его нельзя. А так, да, в принципе, и так достаточно места, чтобы, допустим, на ночлег расположиться, отдохнуть и дальше тронуться в путь. Классно, двери закрываются, мягенько, отлично. Вот такой вот у нас Nissan Qashqai в классическом белом цвете, на ручке. Я считаю, что тачка достойная. Как считаете? Пишите, комментируйте. Все, всем пока, счастливо.